a mulher e o miúdo. Справа и слева сейчас увидите красивые луки озера. Справа самое большое озеро в Ханое, западное называется. Вот слева от вас озеро называется озеро Белого Бамбука. Когда в 1967 году, когда первый раз американцы бомбили Ханое, вот сюда мы сбили одного истребителя, и пилот сюда упал. Мы его на 5 лет посадили и выпустили. Он стал, и вы его знаете, вот Джон Маккейн, вот, кандидат в президент в прошлый раз. А справа озеро Западное, и справа сейчас увидите такая пагода, вот история этой пагоды вот, 6 века, то есть до рождения Ханоя. Вот справа, да. Его построили в 6 веке и называется пагода защита страны. Вот западное озеро, самый большой был. А где? Вот прямо вот здесь по набережной все, да? В Ханое очень много озер. Где-то 8 озер, ну, естественно, а в Буде еще нет. Там Чарли Чаплин на свадебное путешествие остановился.